Нужно быть осторожным. Chantoudou.
Что я могу для тебя сделать? Неподалеку спрятан сундук с ценностями. Солдаты хотят посвятить их богам. Зря они это. Почему зря? Если бы боги нуждались в золоте, они бы спустились к нам. А ты не боишься навлечь на себя гнев богов, похитив сундук? Наемники чтят только деньги, разве нет? Я скажу, где сундук, но его хорошо охраняют. И заняться этим должен я. Да. Верни любой ценой. Я возьмусь за это. О, Аполлон, спасибо. Вернусь, когда закончу. Авши! Здесь опасно. Нужно быть начеку.
Бався тут у такеу.
Ты не пострадаешь. Что ж, здесь победить кого-нибудь будет непросто. Вроде я на месте. Мистокла. Кто знал, что полководец был еще и поэтом?
Здесь люди молятся Афродите, но до чего же прекрасный вид. Берегись взгляда Горгоны. Как скульптору удалось передать каждую мелочь? А, я узнаю твои шаги. Ты вернулся. Я был в Акрокоринфе. Оттуда вся Коринфия видна как на ладони. А, я могу лишь гадать, как последователи Афродиты чтят свою богиню. Гетеры всячески воздают хвалу Афродите, особенно по ночам. Ваша богиня стоит того. Когда я был моложе, по ночам часто думал о том, как бы мне воздать ей хвалу. Твой черед рассказывать. Ты сказал, на тебя покушались. Того, кто убил тирана Ксеркса, звали Дарий. Он не был похож на прочих убийц, коих знала наша история. Потом ему заплатили за мою смерть. Убийцы царя поручили убить нищего? Зачем? Хочешь подробности, да? Так расскажи мне еще историю. Я вернусь и все тебе расскажу. Возвращайся после каждого путешествия.
Это ты? Удалось их убить? Они мертвы. Все до одного. Ты впрямь великий боец. Спасибо. Держи. Сойдет.
Ах!